День добрый, мы находимся в Германии, здесь снуют туристы всякие, разные такие. Но суть нашего приезда сюда, мы ехали специально для того, чтобы снять видео про поздравление с днем, так сказать, свадьбы Михаила и Ольги, не побоюсь этого слова. Что хочется сказать, для меня Германия Берлин в данном моменте, это город побед. Желаю вашей совместной семье побольше различных побед. Во всем и всячески. Все. До скорых встреч, скоро увидимся. Приеду, расскажу все. Покажу и обниму вас. Люблю, пока. Привет, Миша и Оля. Это за мной, за моей спиной, другая сторона здания Рейхстага. Если посмотреть внимательно, здесь смешалось две культуры, какая-то древняя лепка и в то же время фигуры советских солдат наверху. А сейчас это вообще место, наполненное туристами, все приходят посмотреть. Сзади, не знаю, видно ли на видео, смотровая база. Там снимает Кирилл. Много туристов. Так вот, желаем вам, чтобы ваша жизнь, несмотря на то, что там разные культуры у вас смешиваются, разные идеи, разные мысли, чтобы она была такой интересной, счастливой, плодотворной, чтобы спустя многие годы, ну, может быть, не туристы, но было о чем рассказать, показать, поделиться многим людям, для которых ваша жизнь будет большим примером. Поздравляю! Речка, желаем вам не утонуть, ну, чтобы было, конечно, много, но не утонуть в море любви, страсти там, в вашем медовом месяце. Я сижу на камне высоко. Желаю, чтобы в вашей жизни было прочное основание. Это камень, на котором вы строили, это ваша любовь. Вот. Снимите там высоко, без страха. А вы, чтобы не боялись своей любви, не боялись страха. Отдыха вам! Ну что ж, наша поездка по Берлину или в Берлин подходит к своему логическому концу. Сейчас мы едем уже вечер, без 25:10, и мы едем в Лейпциг. Михаил и Оля, я вам желаю, чтобы по своей жизненному пути, как сказать, в вашем вагоне всегда вы были не одиноки, потому что мы вот одни вообще сейчас на весь поезд, а на вагоне подал, мы еще есть кондуктор с нами. Я желаю, чтобы ваша жизнь никогда не была одинока, чтобы вы не шли по ней одни. Самое главное, чтобы с вами был Бог, чтобы с вами были ваши друзья.